В июле сборы платежей за коммунальные услуги в Уфе составили 96%. Недобор 50 миллионов рублей. Это на 1% больше аналогичного периода прошлого года. 96% – добросовестные плательщики за жилищно-коммунальные услуги. Но у нас 15 тысяч квартиросъемщиков и владельцев квартир, 15 тысяч владельцев лицевых счетов вообще не платят ни копейки. Но это люди живут за счет соседа. По-другому я не могу сказать. Потому что среди этих 15 тысяч, условно говоря, владельцев лицевых счетов, не все самые бедные люди, не все, далеко не все. Поэтому эту работу надо вести, в том числе и в области, значит, судебного делопроизводства. Наши сборы до 98,5%, 98%. Кстати, нигде, ни в одной стране мира 100%, ни одна страна не может похвалиться, что 100% оплачивается ЖКХ. Даже в самых развитых странах мира.